Красавцы. Мама, чего ли? Чего ли? Иди к нам сюда. Вот лежит. Там, по-моему, чук лежит. Где? Там, под деревом. А тут малыш объединился с Персеем. У них стал свой прайд. Всем теперь комфортно. Вы отжали девчонок, малыш, у вожака. Вау, вау, вау. Олег Алексеевич, после последнего нашего видео, которое мы сняли, когда вы веником малыша тестировали, люди написали, ай-яй-яй, веник в какашках. Зачем малышу помоечки? Все нормально. Все воспринимают каждый как бы по-своему, со своей колокольни, но у нас тут особых церемоний нет, если нужно, могут получить и веником по морде, вот, и тапком по носу, вот, всяко бывает, вот, но от этого никто не страдает, да, мамыш? Да, все хорошо, хороший мамыш. Кошки очень чистоплотные, за собой ухаживают, и что бы там на них ни оказалось, они себя вылизывают, вот, все у них тут замечательно, вот. Прекрасная осень идет, уже вторая половина октября. Погода, как в африканской саванне. Вот. А люди вон в футболках стоят. Люди стоят, да, вот как летом буквально. Вот. Поэтому, друзья, приезжайте. Крымчане, у вас скидка 50%. Стерва, что ты спишь? Рабочий день начался. Стерва. Скажи, где рабочий день? Стерва. У тебя на носу это. Ой, как страшно жить. Боже, как страшно жить. Стерва. Красавец, а? Да, малыш? Такой погодой непонятно, когда и загоняться будут. Ближе к Новому году, да? Да, скорее всего, в декабре, в конце, в январе, может быть, даже. Посмотрим. Погода в Крыму стоит, но она может быть переменчива. Насколько приятно, мы только с Москвы приехали. Там мряк-обряк, а плюс тут 3, опять 40. Солнце. Клавуся, на тебя приятно смотреть. Похудевшая, постройневшая. В одиночестве. Ну, малышом. Давайте, все.